Всем привет, с вами Наталья, и это шоу Woman. К нам присоединилась только что с показа замечательная модель, красавица Ева. Ева, как тебе вообще само мероприятие, как показ? Давно ли ты занимаешься вокалом? Я занимаюсь 1,5 года. А как прошел показ? Не нервничала, не переживала? Ну, давайте я представлю. Ева занимается вокалом, у меня уже больше 1,5 лет, очень нравится. Сегодня у нас такое большое первое выступление. Мы выступали после показа. Ну, Ева еще расскажет о своих достижениях. Ева Миллер, 7 лет. Давай. Ева, расскажи о себе, чем ты занимаешься, что любишь делать? Я занимаюсь вокалом, мне нравится очень. Петь нравится, да? А какая любимая песенка? Мне пока нравится больше всех «Ландыши». Здорово. Это вы сейчас исполняли эту замечательную песенку. Зал был в восторге. Всем очень-очень понравилось. А будут ли у тебя еще следующие показы? И будешь ли ты еще петь? Я буду петь. Много еще лет. Я хочу сказать, что Ева живет, можно сказать, на несколько стран. Был такой момент, когда она даже приезжала на занятия по вокалу. Мы очень счастливы, что мы не прерывались, что вот есть у нас достижения. Она недавно записала свою первую композицию на студии звукозаписи и стала международным дипломантом на конкурсе «Золотое сечение». Да, Ева, песня была замечательная. У тебя очень-очень-очень талантливый ты человек. А что ты делала вообще? Я выступала и пела песню «Ландыши». И с нами также выступали световое шоу «Ландос Бенд» и танцевальный коллектив «Pink Seasons». А папа, подойдите к нам тоже, дайте, расскажите, родители. Здравствуйте. К нам присоединились родители замечательной Евочки. Как вы вообще успеваете и занимаетесь творчеством? Так воспитали? Ну, наверное, благодаря желанию Евы в первую очередь, и во вторую желанию младшего нашего сына. Вот, ну, Марине Владимировне огромное спасибо, потому что на самом деле она прикладывает Марина Владимировна прикладывает огромное, прививает большое влечение ребенка к пению и терпение. Иногда бывает не получается, иногда бывает приболели. Все равно она подстраивается, виден интерес. Мы очень рады, что именно Марина Владимировна наша учительница. Большое вам спасибо за такое воспитание и удачи вам в будущем воспитании. С вами шоу «Woman».